Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня мы разыгрываем наш розыгрыш тысячного подписчика. Нас в студии Дмитрий Паршаков. Пару слов о себе и о настроении. Я снимаю видео, все офигенно. Все. И независимый эксперт Алексей. Привет. Вот. Как мы обещали, мы используем рандомный сайт, вернее, рандомное число сайта, и загенерируем число из тех, что у нас были в альбоме. Сейчас у нас 25 фотографий, потому что двух участников мы убрали ввиду того, что их лайков не было на наш пост. Их мы отдельно подпишем. Вот. На данный момент на альбоме написано 25 человек, поэтому мы введем 25 число. Сайт мы используем randomus.ru. Останется ссылка, 25. По которой можно будет проверить результат. Поэтому сейчас мы сами не знаем, кто выиграет. Абсолютно. Пробуем. Независимый эксперт, ты готов? Да. Готов. Да, а он Дмитрий готов. Паршаков, ты готов? Я всегда готов. Всегда готов? Так, натирай шарик. И раз, два, три. Семь! Число семь! Семь! И кто же у нас седьмой? Заходим в наш альбом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выиграла Ксения Матуз. Вот ее страница. В ближайшее время мы с ней свяжемся. Добавь ее в друзья. И договоримся о фотосвете. Да, и сразу мы добавим друзья. Все, всем спасибо. С нами был Дмитрий Паршаков. Алексей, без фамилии, потому что он независимый анонимус, эксперт. Независимый эксперт. Очень независимый. И, естественно, я, Александр, Даблфалк. Все, всем пока. Счастливо. Леха, выключай.